В Ульяновске разработали проект обустройства пешеходной дорожки к 34-й гимназии. А вот его воплощение обсудили во время объезда чиновниками из Свияжского района города. Тропа, по которой школьники добираются до гимназии, давно уже стала народной. По ней для жителей целого микрорайона пролегает путь к рынку, МФЦ, налоговой и другим важным для населения объектам. От чиновников местные жители просят пролить свет на дорогу, ведущую к знаниям, и сделать путь менее тернистым. Весной и осенью конкретно разливается вода, потому что идут дожди, просто нужно только плыть по ней. Зимой это сугробы очень большие, потому что чистить ее очень сложно, она разбита, и вычистить ее окончательно невозможно. Надежду на асфальтирование тропинки жители практически потеряли, ведь проблеме уже 30 лет и 3 года. Но в один день появились предвестники ремонта – баннер и чиновники. Тропинку обещают благоустроить по проекту «Безопасный школьный маршрут». По еще одному проекту на той же улице Рябикова обновление получит хоккейный корт. Усилиями жителей местного ТОСа спортивный объект стал победителем программы народных инициатив. В этом году у них будет установлен новый хоккейный корт с новым освещением из новых материалов. Я думаю, что новый хоккейный корт приведет команду к новым победам. Ограничиваться благоустройством одной тропинки городские власти не намерены. В планах каждый двор сделать не только безопасным, но и красивым. Пока идеи проходят кастинг, благолепие продолжает держаться на композициях из автомобильных покрышек.